коллеги, коллеги, друзья. Ну, может, кого-то знаю, кого-то не знаю. Я рада видеть Виталия у себя. Мы с 6 числа все по закону, все как положено. Да, переформатировались в рамках закона. Работаем, все у нас хорошо. Моя личная акция – это я закупаю маски, их дарю. То есть у нас чашка кофе плюс маска в подарок. Мы еще пишем «Любовь победит вирус», «За бихэппи в этот мир», наш любимый хэштег. «За хэппи бездым этот мир» – это уже твой. Да, «Хэппи бездым». Твой хэштег. Да, да. Мой хэштег. В общем, все в рамках, как мы обычно любим. Виталий, о чем мы поговорим сегодня? Слушай, вот интересно про твой проект вообще, вот, который возвращает людей в жизнь, да, на улице. Да. Я не потратила время зря, я с 7 апреля пошла учиться, отучилась на курсе по взаимодействию со спонсорами в новых реалиях, потому что спонсоры имеют деньги, но не знают, как им пристроиться в новую реальность. Вот, поэтому за время своего курса я имела возможность написать проект, продумать его, прочувствовать его, родить его. В общем, я мать проекта, который называется «Доберем свое лето». О чем это? В двух словах. Проект посвящен тому, чтобы мы сейчас в формате онлайн, все опять же в рамках закона, ничего другого мы не делаем. Мы включаем людей по всей России, я предполагаю, от Владивостока до Калининграда, включить города, регионы, включить лидеров, которые сами себя сделали, никому ничего не должны, и действительно прекрасные, крутые люди, которые достигли огромных успехов в своей деятельности, в своей жизни. Амбассадор заходит в проект, объявляет, что он становится лидером проекта «Доберем свое лето» и в формате онлайн набирает свою команду, которая точно так же не потеряла время. По своему городу или вообще не обязательно, да? Ну, вообще ему нужна команда в городе, потому что когда мы все прокачаемся, и когда мы все покажем, что нас много по России, людей, которые сделали себя сами, успешные, мы приглашаем партнеров компании, которые за это время тоже не потерялись, потому что моя кофейня «Цветочная» заходит в проект, потому что мы сумели быстро сориентироваться, переформатироваться, да, и, собственно, мы не умерли. И этот проект и этим компаниям позволяет точно так же заявить о себе, что у нас есть планы, у нас есть стратегия, мы знаем и хотим двигаться дальше. И об этом уже сейчас говорить, потому что потом говорить будет, представьте, какое количество вывалится информации. А вот сейчас уже говорить о том, что мы намерены жить дальше, это, наверное, очень сильно важно. А где узнать об этом? Значит, я Виталию скину всю информацию по проекту. На сегодняшний день к нам уже, в нашем городе подключаются чемпионы Европы, трехкратные, пятикратные, то есть спортсмены. Круто. Культура, бизнес, ЗОЖ, спорт. Из разных сфер, бизнес, в общем, я говорил, то есть все сферы, потому что, мы в разных сферах существуем и все равно добиваемся успехов. Вот об этом проект. Слушай, поэтому информация у тебя будет вся. Заходи амбассадором. Слушай, да, очень приятно. А как вот твой поживает «Алые паруса»? Он будет возобновлен? А вот да? Это похоже на «Алые паруса». Я просто тоже почувствовал. Вот прям похоже. Да-да-да, то объединение регионов. Ты видишь, ты сразу мыслишь широко, да? Не город, а сразу много. Всю страну. Сразу скажу, я думаю, что вам это понравится. У нас первый мерч, который будет здесь, это «Ванька встанька» и «Манька встанька». Ничего себе, что это значит? Это же неубиваемое. Да, кстати. Вот об этом. Так что прокачиваем города, потому что есть шикарные, красивые города, о которых мы ничего не знаем. А это прекрасные люди, делающие этот город красивым, успешным, чистым, достойно живущим. И вот об этих людях, которые делают эту историю в своих городах, как раз проект. Присоединяйтесь, добираем свое лето. Суть проекта в офлайн. С 11 до 12, в тот период, когда им разрешат выйти на улицу, амбассадор со своей командой, амбассадор стоит на самокат, в Петербурге на самокат, а у нас, где-то правда, на снегоходе. У нас есть еще, правда, команда байкеров, потому что петербургские байкеры с нами,
Ну, наверное, не поют на мотиках. Ну, это тоже красиво. Вот. Каждый амбассадор со своей командой с 11 до 12 делает прокатку. То есть они выходят, добирают живое общение, общаются с народом, общаются друг с другом, обнимаются. Ну, кто как хочет, опять же. Мы здесь никого ни к чему не принуждаем. Просто тому, чему не хватает, тот то и добирает. Заезжают к партнерам, прокачивают еще раз партнеров, благодарят партнеров за то, что они с нами, получают преференции от партнеров. Партнеры наши, кстати, в игре, мы предлагаем еще игру по краудсордингу, в котором принимают участие все наши участники. И вот еще компаниям классная возможность прокачаться в плане там, новой подачи или новой какой-то услуги, товара. Презентация. Конечно, да. То есть вот такую краудсортинговую игру мы еще внутри проекта зашили. То есть такая учебная составляющая, да? Образовательная, можно сказать. Образовательная игровая форма, в том числе у нас в проекте зашита. Супер. Ну, зная тебя, уверен, что все будет супер, все получится. Да, лидеры, мы ждем. Да. И, кстати, кофе у Наташи просто супер, и все остальное, цветы в этой кофейне. Видите, всегда такие ароматы. Когда-то, наверное, техника будет передавать это все. Понимаешь, живое общение и живые вот эндорфины... Не. Только вот, согласен. Камера не передаст никогда. Согласен. Поэтому вот я к Наташе давно шел эти дни, и вот сегодня дошел. Супер. Так что рад тебя видеть. Спасибо. И успехов в проекте. Присоединяйтесь. Доберем свое лето.